своей жизни я провожу в море как минимум полгода. Полгода в году? Да, полгода. А потом практически полгода на море. Ну, разница в том, что когда ты работаешь на море, ты отдыхаешь на море, это так вот, две большие разницы. Отдыхать на море можно, по-моему, бесконечно. А чего больше всего не хватает, когда ты в море? Пива. Пива не хватает. У нас его нет. Работаю в Саудовской Аравии, там сухой закон. Алкоголя в стране не достать. У нас эта мода была еще в 90-х. Когда приходишь с рейса, первые два дня что делаешь? Вам лучше этого не знать. Ну, не вылезаю из постели с девушкой и пью. Да. Хочу попробовать себя в Америке. Очень много кастомных гаражей. Хочу, короче, попробовать себя в роли именно кастомного механика. Байки или... Редкары, короче, что-то такое. Если музыка, то какая? Ближе к панку. Панк-рок тяжелый. Если электронная, то драм-н-бейс. Твоя любимая вещь в гардеробе, если такая есть? Моя косуха. Ездил ли ты на байке в путешествие? Да, в прошлом сезоне намотал 14 500 по всей Украине. Проехал в Киев раз 10, Черкассы, Львов, Тернополь, Одесса, Херсон. Везде нравится. Путешествовать нравится. Вся жизнь бродяжная. Не останавливаюсь надолго. Был в Африке, был практически везде, кроме Сомали и пары стран. Европа, Северное море, Англия. Сейчас работаю в Саудовской Аравии за последние 5 лет. Больше всего понравилось в Европе. Люди более позитивные. Раньше был заядлым таким шмоточником, пока не пришел, короче, к выводу, что вещи должны быть больше удобными, практичными, да, короче, чем модными. Поэтому пришел к такому стилю, что вещей должно быть меньше, но носить их нужно дольше и практичнее.